Поехали. Сейчас у нас распаковка посылки из Китая. Сейчас посмотрим, что это у нас пришло. Я так подозреваю, что это мышка. Мышка специфическая, горизонтальная. Вот так она в руке сидит. Хорошо и удобно. Значит, для того, чтобы подключить к компьютеру, нужно включить здесь и включить вот это в компьютер. В компьютере сработало, и мышка работает. Работает удобно, хотя она заряжается от компьютера. Ага, вот здесь есть зарядка micro USB. Для этого есть кабель. Хотя кабель достаточно не длинный. Вот такой. Но, однако, всегда можно зарядить. У меня вот стоит кабель. Включаю. Загорается лампочка о том, что идет зарядка. При этом мышка под зарядкой работает. Не знаю, видно или нет. Но работает хорошо. Сейчас я куда-нибудь колесико бегунок работает отлично. Сама мышка мне нравится. Почему? Потому что положение руки, смотрите, при работе с мышкой обыкновенной, от обыкновенного положение нужно немного выворачивать руку. И если вы постоянно работаете, то возникает заболевание, так называемый туннельный синдром. А если работать с такой мышкой, то рука в таком естественном положении находится. Размер мышки как для моей руки как раз. Пальцы, смотрите, до конца кнопок немного не доходят. На ролик как раз достают, поэтому здесь вот есть две кнопки взад-вперед. В принципе, удобно. Поэтому, ну, я считаю, что мышка по размеру как раз хорошая. Под среднюю руку. У меня не маленькая рука, ну, конечно, и не самая крутая. Я думаю, что удобно. Сейчас попрошу, чтобы жена взяла попробовать в руку. Меньшей рукой. Ну, тоже, в принципе, не до ролика достает, до клавишей. Клавиши нажимаются нормально, да? Да. Угу. Ну, отлично. Сама мышка хорошего качества. На вес она не тяжелая, легкая. Скажем так, средняя. И по пластику, пластик достаточно такой хорошего качества. Поэтому мышка очень удобная, рекомендую.
будет у меня ссылка на выключение, вот здесь есть. Не очень удобно, нужно пальцем не включается, нужно именно ногтем. Поэтому я бы порекомендовал вам, очень удобно лежит в руке. Очень удобно работать. Подписывайтесь на канал. Сможете увидеть обзоры и рекомендации, как можно выбирать и ремонтировать многие вещи, которые, как кажется, уже давно потеряны, но их можно отремонтировать. Всего доброго, увидимся на канале.